Здорово, ребят, с вами Локи и Тони. Всем привет. Мы продолжаем играть в GTA Online, и мы продолжаем наши безумные, да, делишки. Да, сегодняшнюю серию мы, наверное, посвятим взрывам. Давай, клей на меня липучку, твою мать. Отлично. Она что-то не прилипла. Бля, погоди, только давай-ка не взрывай. в грудину тебе. Давай. Все, прилип. Она не липнет. А может, это не липучка? Да нет, бомба липучка, странно. Только подальше я встану. Давай на спину. О, есть! Я в магазин зайду. Давай. Только я скажу, не сразу, не взрывай, да я. Да, я сяду на мотик, чтобы он не взорвался. Да, готов? Добрый день, друзья! Ща. Ты как, готов там? Ой, она, блядь, села под это. Че ты села-то? Все нормально. Аллах Акбар! Ты подорвался, нет? Да, я умер, блядь. Нормально. Я не увидел. Я ничего не успел сделать, ты взорвал меня. Она сдохла, нет? Да я не знаю, тут за мной копы, а ты где? Так, я тебя вижу. Я вижу. Давай за мной, я. О, жируха бежит. Опа, на твою мать, далеко не убежишь. Бакси мои. Давай, где ты? Все, отлично. Поехали. Сейчас оторвемся от копов. И надо заехать в самый людный магазин. Я не привлекаю внимания, в халате. Не, я думаю, нам нужно подождать немножко сейчас. От копов оторвемся, и можно на пляж к очкам съездить. Да, взорваться, поехали. А что, ночью они качаются? Да не, я говорю, надо дождаться. А, дня? Угу. А можно на бензоправку, короче. Такая неловкая пауза такая. Поехали. А зачем бензоправка нам? Бензоправка. Бензоправку? Да, бензоправка. Чисто. А, копы опять. А ты их цепанул, блядь. Не, нормально. Едь, короче, когда-нибудь по горам там, чтобы никто нас не видел. Да, тебя лучше в таком наряде никто не видит. Да. Очень стильный у меня наряд. Я подбирал очень долго. У, какая сучка. Привет! Я... Святое дерьмо! Я каску одел, слышишь? Угу. Мне кажется, стало опасно. Вот, я предвидел это. Нормально, не дрейф. Дальше, едь по горам. Это хороший мотоцикл, он выдержит все. Давай. Очки у тебя, конечно, модные. Да, в той серии мы наказали Хулио. За то, что он мне не вернул. Не знаю, долги. Что. Да, все, поехали к очкам. Не-не, пока ночь, мы сейчас устроим ночное фаер-шоу. Куда? А, бензоколонка? Все. Hello, my name is Johnny Knoxville, and this is Bomb. Подожди, я отойду. Давай мне сначала налепить тебе надо. Я не хочу шлем снимать. Отлично. Нормально. Давай, у тебя маленький рюкзачок. Не взрывай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. А как можно присесть? Подожди, присесть можно? Ну, надо конкретно так он вроде не садится. А, что-то пердануть хочу, давай. И такой трупец валяется. Награда 2200 репутации. Где ты вообще? Меня разнесло. Я перданул, меня разнесло на куски. Мертвый я где? Сейчас ждем. Блин, да, ну, взорвалась только одна. Блин, плохо. Я знаю, как надо сделать. Подожди, у меня пока нет копов, давай. Давай ко мне быстро. Вот это ублюдок, ты меня назвал, сейчас приедет мой друг, он разберется с тобой, подожди. Тончик, беги на заправку, тут сейчас будет жарковато. Ой, блядь, я его просто задел, он упал. Давай, Тонь, быстрее, тут сейчас копы, я тут твои. Знаю. Ну чё ты? Еще будешь назвать меня Эссолом, а? Тончик, быстрее! Где всё, меня на заправке, беги. Сейчас я перепрыгну и беги к заправке, я на тебя сейчас налеплю, погоди. Беги спиной, я... Стоп. Тормозни. Давай. Всё, беги на заправку, Пускай бегу. Копы, пускай идут туда копы, давай, я хочу это увидеть. Бежишь? Я на заправке-то вот... А, подожди, копы, где копы? Сагри их на себя. Сейчас я постреляю в них. А мне нечем стрелять. Welcome! Элла! Алла, обниму тебя! Давай! Давай!
А, нормально. Забавно. Так. Но все-таки хочется на пляж съездить и расшугать там всех сучек. You fucking fucker. Че, умираешь, что ли? Да я тут с копами воюю. Давай, давай. LAPD. Ничего, ничего, headshot. Я друга выручу. Пошел нахуй отсюда. Давай. Че, ублюдок? А? Так мы занимаемся каждую серию, а? Ну а ты думал? Че, бля? Officer down. А, гангстера убили. Блядь, меня убили. Я тоже сдох. Как ты от меня... О, смотри, сколько машин. Все, ладно, давай не то самое. Когда, сука, день будет? Я уже встал. Где ты? Мне надо съездить в этот. Куда? На заправку, ой, этот, в магазин прикупить патронов. Поехали, у меня нет. Со мной. Где ты? Давай, сейчас я тебя подберу. А что, мотоцикл потерял мой? Да нет, он вроде на заправке стоит. О, смотрите, ой, что тут у них тут началось, дискотека. Здорово, мужики. Что случилось-то? Привет. Что случилось? Блядь, да какого хуя ты, блядь, без меня? Ты начинаешь? Я случайно его сбил. А дай я сяду-то в машину. О, вот твою мать. А я тоже здесь есть, вообще-то, мужики. Он упал раньше положенного. А, что-то я не... А, встал. Коко, давай без оружия, можешь, а? Let's go, давай, Тончик. Давай. Да, пошли вы нахер. И опять. Жми, жми. Жми, мэн. Смотри, как он застал. На, ёпта. Уже по... Да идите вы нахер, о! А здесь... Fuck you! Всех застрелю. Давай до утра погоняем, потом на пляж поедем, повеселимся, купаться. Ну да, уже начинается. Чё? Такая рука с пистолетом вылезла. Чё, начинается светать? Ну вроде как так. Я вообще собирался в магазин заехать, но... Уже планы поменялись немножко, мне кажется. Чуть-чуть буквально. У нас их нету. Есть, есть. Одна. LAPD. Так, так, тихо, сейчас мы спрячемся. Куда ты едешь? Мне не нравится это место. Вот так, да. Я выйду из машины, мне не нравится это. Мать твою, надо. Пойду помоюсь. Вот, иди сюда, здесь вообще классно. Ой, здесь маленький домик такой. Тончик, сейчас тебя спалят менты. Не спалят, все нормально. И я застрял. Угу. Как за стенами прятаться, я забыл. Так, они едут сюда. Валим нахуй, валим, валим! Все. Отлично. Всё, отлично уж. Так, давай в магазин. Я думаю, нам надо машину сменить. Тебе не кажется странно ехать на разбитой? Да так, не, нормально. Нормально? Ну ладно. Ой, тихо. Так, вот где-то здесь он. Я выйду, пожалуй. О, черт. Ганч. Генцендамо. Здорово, мужик. Привет. А че я тебя застрелю, а? Так. Че ты машешь мне рукой, че? Вот, слушай, пиджаки, кожаные куртки. Сейчас посмотрим. Так. Верхняя одежда. Я хочу что-нибудь интересное. Охрей тут. Кожаная куртка. Так, мне нужны патроны. Да, у меня патрон... такая есть, я такую уже делал. Не, не мне хочу. Мне нужны патроны для... Так, вот для пулемета. О, пивко. Отлично, в оружейном магазине пивко продается. Это, кажется... Ну, это чисто так. Ну, что, это нормально. Ну, оп, да. Бронежилетки можно одеть. Ой, интересно, так, если я одену на... Хорошо, купил. Сейчас я быстренько куплю еще для пули, для минигана патроны. Так, максимум. А как то? У меня, блин, все оружие закрыто, слышь? А, ну не в ней. Иди нахер.
Так, стоп, еще что-то я забыл прикупить. Липучек не забудь. Липучки, да, липучки надо, так. О, пойду машину пока найду. Неконтактная мина. Не знаю, что это. Так, и липучек докупить. О, я думал, тут Subway написано. Subway Surfer. Вот там написано все. Бита. Так, только надо броник. Дверь надо закрывать, когда ты выходишь из машины. И одну, и другую. Если у нас полицейская машина, это не значит, что у нас ее не стырят. Закрывай дверь! Все, не трогай, не трогай, смотри. Вон Subway, видишь, наверху нарисовано, вон зеленым светится. Ну. Ну вот, круто, пошли. Че, поехали на пляж сразу? Ну так давай. Я не хотел на это ехать. Да ладно. Так, ставь минуточку на пляж. Так, сейчас карту. А как поменьше карты? Ага. А на, там любой пляж, да, типа? Ну давай, ну, поехали в магазин масок. Ну, там как раз напротив него садись, будет. Поехали, поехали, я за рулем. О, ты хочешь так? Я за рулем! Мне дали порулить. О, лучше бы тебе не давали порулить. Я хотел... Что это делать? Нахера? Я ничего не делал. Это полиция сейчас опять на нас нападет. Как школьник маленький, говорю. Срежу нахер. Да, срежу. О, это граница с Мексикой, походу, дело. Давай, давай, дави его. Полиция! Как включить? Да на Е. LAPD! Stop it! Stop it! Видишь? Ой, блядь, звездочки. Не, все, не надо, не взрывай. Давай уйдем от одного. От одного? Думаешь, он с другого конца города запалит нас? Уже запалил. Да выключи ты сирену. Ты и так едешь, как... Я думал, там чувак... Тебе наверх надо было, господи, Тончик. Я просто смотрелся на чувака, который висел. Ну да, это типа... Ну это не чувак, это типа рекламная акция, я тоже... Правила. Все, на нас копы едут. Ай, Тончик. Не, нормально, нормально. Видишь, как я его обманул? Так... Бля, что-то меня заебали, ладно? Ну зачем? Для чего? Ну что зачем, пока ты едешь в своем халате вот так? Вот куда ты поехал? Я пытаюсь запутать следы. Да? По-моему, ты себя запутал. Не, нормально. Видел, как я ушел грамотно от них? Мазафакер. Он сказал, stop you fucking mother car. Мне нравится, да. Же мотор покажется, плохо работает. Да, мне кажется, вот на машину просто смятку. Давай прям туда, в пляж, уезжай. О, так. Черт! Подожди. Я выйду. И дверь отвалилась. О, к черту. Я по пляжу. Нахуй давай. С пляжа. Я тут ляжу, под водой поехал. Давай, давай. Ой, это наши яхты там стоят. Я, в общем, все концы в воду. Слышь, я спрятал машину. Черт. Я пытаюсь убежать. Я пытаюсь убежать от копов. Они не найдут меня. Есть! О, давай, пляж. Ну, это еще раннее утро, никого нет. Как это? Мне кажется, качки должны уже быть тут. Ну? Я предлагаю продать им... Не трогай полицейских тут. Ты там бежишь по пляжу. Да, я хочу, тут где-то должен быть квадроцикл. Да, ну смотри, народ появляется, значит сейчас скачки скоро появятся. О, да. Пошли, короче. О, а что здесь такое? Это кто? Спасатель? Типа береговая. Погоди. Здорово. Там, короче, внизу плавает кто-то... Ух ты! Ух ты, какой серьезный мужик. Ты чё? Эмбамада, ребят, есть закурить? Ну, чё? Воу-воу.
26 долларов, сука. Меня китаец обучает приему джиу-джитсу. На, блядь. Я сюда луплю, так? Да. Все. Ой, прости. Все, все, ладно, ладно. Это у меня хп уже и так. Мне кажется, мне нравится. Мне кажется, вот эта женщина заметила что-то неладное. Да, и побежала. Я бегаю, просто по пляжу бегаю. На, ее. Ух, смотри, какая. Привет! Дай телефон. Не дашь? Ну, пошла нахер. Ты тоже? На, ее, что встала? А я ее подопнул. Ох, я ему пощечину дал. Жирный, что смотришь? А, блин. Смотри, он лысину своей кепкой прикрывал. Ты только не убивай их. А что еще с ними делать? Вырубай их. Во, смотри, качок идет, качок. Идет разбираться. Че? Да на нахер, блин. Ща, здесь где-то качки, Тончик. Вот там, чуть подальше, по-моему. Полицейские, мы тут немножечко повеселились. Они вон на тебя едут. Береговая полиция, слышь, смотри. Воу. Это за тобой? Да. За мной нет. На тебя по яйцу. Все тогда, я умер, подожди, ты только не это. Сейчас я их порежу. Не режь, не надо. Все, я уже здесь, рядом прям вообще. Слушай, а можешь чисто случайно их машину подорвать? А как, они поймут, что ты? Не надо. Думаешь, поймут? Конечно. Сейчас я в лодку залезу, подожди. Пошли к очкам. О, чуваки, тут у вас лежит, я его пальца по яйцам тут ударил ему. Ничего, можно оружие подобрать? Офицер, что-то случилось здесь на пляже у вас? Смотри, ты видел? Его полицейский же раздавил. Сейчас я их заставлю немножко потанцевать. Твою мать, ты предупреждай нахер. Смотри, танцует. Да. Куда ты моего друга убиваешь, а, ублюдок? Ну, а, гори в аду. На, у него случился... Мне кажется, ты просто споткнулся. Ну, блин, где качки? А ты где? Ну все, я родился. О, здесь я хочу маску купить себе. Я не слышу тебя, как ты там устроил разборки. Ладно, давай, подыхай. Бля, нет масок. А, есть маска? Маску я хочу купить. Мне нужны маска. Лыжная... Давайте, ладно, убейте меня. Я хочу, чтобы вы меня убили. О, как раз пойдет. Прямо под эту серию. Гори в аду. Я не верю полиции. Полиция, Мазда, это протесты. Это протест. Не ори. Я протестую. И я все равно его поджег, даже когда меня убили. Я успел кипнуть. О, какая здесь машина. Не знаю, вот, подошла, вот как раз. Отличная маска к этой серии, где ты? Ща еду. Вот здесь тоже красивая машина стоит. Тормози. Как раз. Нормально будет, как думаешь? Угу. Поехали на пляж. У меня есть старые счеты с качками. Они меня били постоянно. Поехали. Тончик вспомнил свое детство. Да, качки меня в детстве били. Так, тихо, только не сбей никого лишнего. Так, где-то они... Тихо, тормози. Не сбей никого. Блять, сбил же. Я сигналил. Он не такой быстрый. Все, выходим. Где-то они здесь. Чё, сука, их нету. Я сейчас кастет надену, погоди. Погоди, или нет. Я лучше с молотком. Подожди, зачем? А, погоди. Смотри, его черный друг хочет поиграть со мной. Что это звучит? Я люблю играть в гольф. Здорово. Ну чё, блядок? Смотри, чисто парень ничего не подозревает. Смотри, я просто прохожу мимо.
Смотри. Убираем свидетелей. Сейчас вылетит. Подожди, сейчас вылетит птичка. Он извинился, ну что ж ты? А, за да. что ж ты его так? И по яйцам тебе молотком. А меня-то за что? И все, перестань. О, мне кажется, полиция едет. Где качки, твою мать? Вон он качается! Как... Вон какой-то! Пошли! Бегу, пойдем. Бегу. У меня вот есть для него кое-что интересное. Вот эти ублюдки. Че? Арнольд Шварценеггер, здравствуйте! Турникмен! Давай, добивай его. Он, что-то он убежал, слышишь? Вот смотри, качается. Как я ему сейчас... На, о, вдвоем, дабл килл. Кажется, да, у него спина... Кажется, у него спина болит. Толстый, толстый, черный шоколадный парень куда-то побежал. Это... Мне кажется, это Блейд. Отойди! Да я... Бля, чуть по тебе не заехал. Чё? Ублюдки, вы помните, как вы меня били? О, смотри. Ты что-то тут разошелся. Как туда залез? Так, там копы. Он сказал, что ты животное. Это я животное? Это я животное, мразь! Кто сказал? Happy New Year! С Новым годом, мрази! Ой, блядь, не успел забить. Лежать! Все-таки я хочу попробовать их убивать с бейсбольной битой. Ну что? У меня тут для тебя есть один, я сейчас ему ноги отстрелю. А что, можно так? Нет. Ну, так, теперь топорик ему в расчленю. Сука, ты страшный. На, сдохни! Сдохни, скотина! Дойди. Кто стреляет по тебе? Да вон. Да, бля! Что? Вон! Бля, прям аж заводит. Не надо, не стреляй. Спрятался. Вот. Ты чё, бля? На, ёп. Кто по мне стреляет? Да мне плевать. Я убил только что качков. Пулями нипочём. Ладно. Ну что, кто тут ещё на меня? Ну чё, качки приехали, нет? А, дурак. Ты умер, да? Я уронил свой миниган. Ты умер, да? Да, ну сейчас надо. Не надо, давай, пошли к очкам. Слушай, а если я, допустим, возьму клюшку, они как бы будут на меня агресс? Все, они разъезжаются. Я тебе говорю, бейсбольный бит и сзади, когда он качается, ему по спине бьешь, он прям сальтуху наворачивает. Че ты? Ух, твою мать, там что? А что ты такой невежливый? Какого хера? Ладно, я ухожу, не стреляй в меня! За что? Мне кажется, это машина качков. Я нашел ее. Подожди, да, не надо. Я сейчас приду, разберемся с ними. За что ты меня, полицейский? Я просто стоял слишком близко к нему, он меня убил. Ладно, сука. Я запомнил тебя. О, они здесь. Они здесь стоят. Я сейчас им машину разобью битой. Вот этот чувак, он меня это застрелил ни за что просто. Да иди ты нахуй, блядь. С дробовика. Ох ты, тварь, я не успел ему мозги разбить. Слушай, он меня с трех выстрелов дробовика положил. Да? Да. Ну, блядь, будешь еще стрелять? Ни за что. Блядей, ублюдок. Блядь, ты еще стреляешь? Ты видишь, у меня нет оружия, за что? Блин. Как тебя вынесло. Я отомщу за тебя, не переживай. Смотри, он решил слинять, чтобы никто не запалил, да? Да. Ну давай, ублюдок. Убил безоружного человека. Я в затылок ему всадил. Пистон. А теперь будем играть по-взрослому. Где они? А, ладно, все, давай, пошли к очкам. Так их нету. Как так это? Что пока можно поиграть. Выходной, что ли? А, все, копы сваливают. Пошли к очкам. К очку. Все, вертушка нас запалила. Да как она? За это придется ее уничтожить. У меня нет ничего. О! Ты, кажется, сбил вертолет. Это не я. Это был не я. Это был просто не НС-кафе. Не, а весело тут у них на пляже. Да, пошли, короче. Надо кого-нибудь еще избить. А зачем, блядь? Не визжать, суки. Я спрячусь. Я спрячусь в секонд-хенде. Давай.
Не получилось. Получается. А, не, нормально. Продавцы хот-догов исчезли. Вот продавец хот-дога, умри нахуй. Вот этот жирный куда-то, смотри, как побежал. Смотри, как побежал-то, припустил. Припустил, а? Похудей, говорю. Куда, куда ты побежал, тварь? Он, смотри, еще поглядывает. Я застрял. Я пытаюсь жирного догнать, но целый район копов. Я догнал его. Перед своей смертью я его измордую. Так, да, и с Новым годом. Что ты хотел со стенкой разобраться? Да я хотел запрыгнуть туда. А давай так, между домиком спрячемся. Я прикрою. Мы ждем здесь качков. Вы нам... Иди сюда. Что, нравится, ублюдок, а? Ублюдок. Меня не попади. Чё со мной? Он у меня просто бежит и не останавливается. Всё. А, но перед смертью я, кажется, сбил вертолет. Я убил. Я умер. Я тоже умер. Поехали. Так, ну чё, давай под занавес. Надо всё-таки навалять качкам. Пошли. Да, просто в голую. Не, клюшка для гольфа. Она мне так нравится. Тоже возьми. Ой, у меня это есть... клюшка для гольфа. Как тебе моя клюшка для гольфа? Я попробую все-таки их сломать. Чем? Ломом. Давай, давай, давай. Ну где они? Ты о полицейских, что ли? Это не полицейский. Это ВДВ. Это морячок. А, морячок. Шляпка упала. Мужчина, у вас... Мужчина, у вас упала шляпка. Я хотел просто взять гребаное... Не-не, ты не добивай, тогда сейчас копы опять. Ладно, пускай лежит. Дай мороженое. На, блядь. О, кто, тут кто-то дико угорает. Да, кому-то понравилось. Тебе чё, смешно? Ладно, смешно ладно, тебе? Здорово. Вот да, так, я... в бочину, смотри, я пырнул его. Ваш район, да, блядь? Смотри, этот решил быстрым шагом слинять. Бей его ножом. Вот так вот. В бочину ему. Безжалостный. Поляш, поляш. О, квадроцикл. Поляш! Мой поляш! Давай, загоняй эту сволочь! Загоняй! Давай, я его раздавлю сейчас! Давай! Куда ты, бля? Куда ты, бандит? Ой! Добиваю! Хорошо! Так, что там с качками? Мне кажется, полицейский. Подожди, я сяду. Оп, оп, смотри, толстый негр. Подожди, здорово какой. Здорово, чё встал? Да я тебя даже не знаю. О, мейн. Он в юбке, что ли? Да нет, да. Повязана рубашка. Тончик копы. Да? А ты не можешь сесть? А, чёрт. А, блядь, убегал. Извини. Извини. Друг. А, за что? Так, ладно. Я разберусь с ними по-тихому. Ладно. Это было действительно тихо. Happy New Year! Ух ты, только вылез. Merry Christmas! Да, и с Новым годом. Меня убили. Ну, ладно, это... умирай, погнали все-таки. Все-таки уже день, ну что, они должны качаться уже. Уже утро, они должны с протеинчиками там. Ох ты, попал! Вот это было эпично. Я чисто так случайно выстрелил вверх. Ладно, пускай меня убьют. Пускай тебя убьют. Я посмотрю на это. Сдохните, твари, вы все сгорите в аду! Что, они никак не попадут в тебя? Ну ты точно сгоришь в аду, тварь. Вы все умрете! О, у тебя по яйцам. По яйцам тебя стрельнули, а мне дали какую-то награду. Так, все, давай, последний заход. О, ты тоже на квадрике? Нет, я вообще. Смотри, тут два квадрика быстрее, тут чувак оставил свой квадроцикл. Давай, да. Правда, тут копов что-то дофига, ну. Ну ладно, я думаю, они не. Чих-чих. Все нормально, все хорошо. Смотри, такие. Сват. Простите, мы... Да какого хера? Ты врезался в них. Good day. Все,
ладно. Ты, надеюсь, не цепанул их, не? Пока нет. Если они в меня сейчас сами не врежутся. Я рядом. Пошли. Блин, сейчас. Что-то нет. Нету качков. Блять. Плохо дело. Ты что в стену долбишься? Да я... А я знаю, где еще есть. Погнали. Садись. Подожди. Да ты ко мне не сядешь. Коробка мешает. Бери второй. Там в другом конце пляжа тоже есть спортивная площадка. Блин! Я выйду. Я вышел. Уезжай. Да ладно, ладно. Я пошутил, и он тоже сел рядом со мной. Да я видел. И сразу вышел. Все, интересно, а если я закину им чисто липучку, они это заметят, нет? Да, конечно. Ну все, он сел. А, он ждал напарника, тот поссать ходил. Все, еду. Давай, садись на квадрик. Нет. А че, он его не распознает, что ли? Нет. Все, уходим. Ладно, ты зачем заехал? На, садись на этот. А ты на тот можешь сесть? Нет. Ну ладно, ой. Пошли. Ой-ой-ой. Нахера ты это сделал? Эпично было, эпично. Странно, а что они... Они забаговали квадрик. Козлы. Так, ладно, давай тогда. Бежи просто в другой... Да, в другой конец именно туда. Ну я сейчас клюшку для гольфа возьму. Да, я бейсбольную битву. А, не, у меня есть кое-что поинтереснее. Что это у тебя? Топорик? Мачет. А, это круто. Мачет убивает. Так, где там? О, это что? Нет, это просто... Не, давай просто не бей никого. Ну да, тут пока пробежим. А, кстати, вот это, знаешь, смотри, прикол есть. Че? Так, ща. Он томим, что ли, типа? Стой, смотри. Он застыл. Я разоблачитель просто. Миф. Ух ты! Ой! Воу, ты чё? Ты его друг... Охренели? Китайчик! Вот так вот. Всё, ладно, баб, не трогай. Всё, блин, опять копы. Ну ладно, пока, бежим. Валим. У тебя такое чувство, как будто какой-то носок сраный на вышку натянули. Ну так, это носок моей мамаши. Типа, американская шутка. Моа! Давай, бежим вот там где-то. Так, надо посмотреть, что у меня... Ну, вот я с бейсбольной битой всякими... О, бежит. Кто? Качок. О! Любишь спортивные... Игры? Хорошие... Любишь спортивные игры? Ты кого бьёшь-то? Тренируешься. Тренировка. У меня есть клюшка для гольфа, я не тренируюсь. Сегодня мы играем в гольф и бейсбол. Да, утренняя пробежка по пляжу. Где-то вот тут есть еще спортивная площадка. Ну что-то давай, она пустая. Надо не цепануть. Да что ж, сегодня не день плохой. Сегодня, может, сегодня суббота или воскресенье, а ничего. Протеиновый день выключился. Вон, девчушки. Девчушки! Нет, нельзя, надо с ними познакомиться. О. Сейчас подожди. Я с ними познакомлюсь, подожди. Так, вот у меня... А, полиция, ладно, к черту. Она пыталась убежать. Это... И это тоже. Я ее уничтожу. Давай. Все, убегаем. Мы теперь убегаем. Разлеглась такая. Ладно. Так, сегодня... давай сделаем напоследок фееричный этот. Давай, лепи на меня. Нет, налепи на меня. Ой, простите, не то. Налепи так. Я к полицейским побегу. Налепи на меня. Блин, в спину надо, в спину. Давай. Так. Вот, отлично. Опа. Все, let's go. Где они? Вон, на пляже. Качки! Давай, взрывай меня с качками. Ну что, мужики? Подожди, я сам мимо. Здорово, ребят! Я не попал по ним. Добей. Jesus, ну ладно. Че? Ты че? А? Ты че? Мерзкий жук. Мерзкий. Да, мачете. Один убегает. Где он? Я его поймаю сейчас. Ах вы твари! Я слег после дробины. Ну, отомсти за меня, отомсти. Кому? Копу?
Да, это мерзкие, куда? Куда? Мерзкие создания. А ну вылазь из машины, ублюдок. Кто, извини, я не смог отомстить. Ладно, я сам им отомстил. Веселье можно закончить. Да, ребят, ставьте побольше лайков, предлагайте свои идеи для следующих выпусков. С вами были Локи и Тони. Всем пока. Счастливо.